Вроде бы вы говорили, что революция должна пройти 6 поколений. 4 поколения. 4, да. Вот сейчас первое почти добило второе. Вернее, второе почти добило первое. Второе — это вот Яценюки, Порошенки и прочие Аваковы. Это те, которые представители старой системы, но хотят косметического ремонта. Хотят ее сохранить, но с косметическим ремонтом, благообразным европейским лицом, на английском языке, в эконом-классе и всякое такое. Типа, да, и даже какие-то реформы фасадные. В Америке же уже придумали термин для украинских реформ. Фасадные реформы называются. А первое — это вот как раз майдановцы, там, добровольцы, которые там кровью пробивали им, да, своими телами пробивали им дорогу. Вот они почти добили уже первое, второе. А это значит, что только одно, что третье не за горами. Но надо понять, что такое революция. Третьим поколением революционеров будут люди, которые не профессиональные политики и понятия не имели о том, что они будут менять систему. Как правило, это люди, которые за 2 дня до того, как они начинают рулить, они понятия не имеют, что они имеют к этому хоть какое-то отношение. Ну, там учителя, инженеры, там, ученые. То есть это не такие люди, как вы? Не, я в том числе, но я хочу быть пятым поколением революционеров. Когда они друг друга все уже там... Ну... А откуда у вас эта теория про 4? Это не теория, это как бы так прошла Великая Французская революция, так прошла Октябрьская революция, так, или переворот, если хотите, так прошла Китайская революция. Все... Например, с Октябрьской революцией. С Октябрьской? Ну кто сделал Февральскую революцию? Староверы, промышленники староверов, часть Генерального штаба российского, которым царизм надоел вот так, они хотели модернизации страны. Партия эсеров и еще 3 партии, и эти самые буржуазные партии Госдумы и... Вот эти новые промышленники, скажем. И часть аристократии, которая давно хотела покончить с царизмом. 5 сил основных. Они сделали Февральскую революцию, Керенский, там, 5-10, пошли. Мы сейчас эти перипетии уже не помним. А тогда же были, помните, да? Многопартийная система, кадеты сражались с этими самыми и прочее, прочее. И потом большевики все это свернули голову. Они стали третьим поколением. Третье продержалось до 28 года. Это Троцкий в основном. Там началось разделение на сталинский проект, на проект Троцкого. Троцкий — это мировая революция, а сталинский — это такое построение социалистического блока государств, сильного, но все-таки не в масштабах всего мира, потому что не потянем, типа. Потом Сталин сожрал до 37-го, до 41-го, он съел все третье поколение революционеров, он стал 4-м, грубо говоря, а Хрущев был 5-м, который съел уже Сталина и, собственно говоря, утвердил эту систему советскую. Потому что при Сталине еще партийные органы не были такими главными. Он сделал ставку на советские органы, на технократов. А партия была такая, прижатая. В Конституции 1936 года нет упоминания про коммунистическую партию. А в 1977 есть. Как бы, да. И кроме того, 1937 год в значительной степени считается специалистами. Исследований же как бы все больше. Серьезных архивов скрываются. Специалистами считается, что это попытка расправиться с конкурентами на выборах. Это же были всесоюзные выборы после новой конституции, а эта новая конституция много чего интересного предусматривала. Например, позволяла выдвигать депутатов в руководящие органы от трудовых коллективов от 200 и более человек. То, что при Сталине были частные артели, знаете, да? Нет. Ну, были частные артели. Последнюю частную собственность добил Хрущев. Их было мало, но одна артель была знаменита при Горьковском заводе. Она, по-моему, что-то 15 миллионов снарядов дала фронту. То есть это оборонные заказы, это не просто так. И вот эти артели все могли выдвигать этих самых. Народ воспрял и радостно попер на выбор 1937 года кандидаты, а партийные советские и эти НКВДшные вожди чистку 1937-го поняли, которую, безусловно, Сталин слегка инициировал, поняли как возможность расправиться с конкурентами на выборах, и в частности, поэтому она приобрела такие масштабы. Одна из причин, не самая главная, но тоже. Так что Союз был непростым государством, но вот 4 поколения так сменились. Во время Французской революции то же самое. Мы просто не помним сейчас за личностью Наполеона, не помним, что было. Но в 89 году, 1789, произошла революция. Наполеон впервые появляется под Тулоном в звании капитана, командира батареи в 93-м, через 4 года. А первым консулом он становится еще через 5 лет. И даже не императором. Да. Получает, не, в 99-м, 800, и тогда он там быстро уже прошел. Там. И получается, что там были жерандисты, монтаньяры. Они все друг друга там физически ликвидировали и там сносили 5-10-е. Просто мы их не помним, только специалисты помнят. Я вас уверяю, про вот этих вот, всех Аваковых, Порошенков и прочих, через 10 лет, или через, ну, через 10 лет, через 20 будут помнить только специалисты. Потому что новые проблемы нового украинского государства заслонят это все, и новые достижения. Их и помнить не будут. Ну, только вот те, кто жил в это время, или там специалисты по этому периоду. Историю очень быстро мелят. Через 10 лет это все будет уже. Вы думаете, они успеют смыться? Мы их достанем, даже если они успеют смыться, я вас уверяю.
Меня когда хотят спрашивать, кем, Алексей, кем вы хотите быть после вот победы Третьей Республики, я буду, хочу быть тем, кто достает. Такая маленькая уютная спецслужба, которая вынимает их с того света, даже если не на тот свет умудряются уйти. Потому что человеческие отношения должны строиться на любви и на взаимопонимании, на компромиссе до последнего момента. А вот отношения государственные – это как бы совсем другие законы. И надо, как израильтяне. Кто нас обидел, тот труднее не проживет. Или 30 лет не проживет. Что мы их через 30 лет достанем. Ну, есть разные взгляды. Вопрос звучит так. Не, как связаны события в Израиле с событиями, и в Сирии, с событиями на Украине? Значит, американская школа, которая за Бжезинским стоит, в Америке несколько школ политическая, она рассматривает кризис от Йемена до Швеции как один и тот же кризис. Новый атлантический вал, они его называют в кулуарах, что они никакой разницы не проводят между событиями в Белоруссии, в Сирии, в Израиле, в Йемене, там, в заливе. И это самое, это одна и та же игра Европы и Евразии, там, североатлантического сообщества, скажем так, с евразийским вот этим вот процессом. И они считают это частью кризиса, не склонны рассматривать их как разные кризисы. Хотя есть и другая школа, склонна, но я не склонен, я считаю, что это одно и то же. Совершенно ясно, что палестинцы, которые уже там жили в полном мире с Израилем давно-давно, внезапно отказываются в момент начала русской операции в Крыму, вернее, в Сирии, отказываются от чего? От прежних мирных соглашений, начинается волна террора, ну так ясно, что кто там заправляет и инициирует это все. Поэтому... У меня вопрос. Да. Вы сказали, что Сталин и Хрущев задавили вот частную инициативу, отдели и так далее. Да. А раньше вы говорили, что украинцы стоят вот в очереди за зарплату. Да. Наша проблема в том, что у нас нет частных предпринимателей. У нас очень много проблем, но у нас нет не только частных предпринимателей, они есть в огромном количестве. У нас нет уважения к частной собственности. В чем причина Европы? Европа, ну вот последний раз большое переформатирование в Европе было 30-летняя война. Да? Вестфальский мир сформировал современную политическую систему, национальное государство. Это 1648 год, слава богу. И с тех пор больших переформатирований не было. Европа может опираться на 3,5 века традиций в этом основании. И датчанин, он как живет? У него 350 по 25 лет на поколение. Это 15 поколений его предков устойчиво формируют ему частную собственность, да, положение в обществе и так далее. И так далее. Он стоит на плечах предков. Стоп, 100 самых датчан, только 10% self-made. Унаследовали, конечно, потому что это устойчивые связи в социуме, устойчивые, причинно-следственные простираются. А в Украине и России мы живем в такой ситуации, что история стирается резинкой каждые 10 лет полностью. Все связи разрываются, и ты должен восстанавливать это заново, если ты хочешь. И тот, кто был вчера всем, стал никем, и наоборот, и так далее, и так далее. Поэтому это наша специфика. Ничего не делать, надо переходить к европейским практикам в отношении Украины. Рациональная коммуникация, конкурсы, открытые конкурсы, максимальная прозрачность, когда культура аргумента, а не сила играет роль, да, начиная от того, как подъезд решает, какие будут лампочки, заканчивая тем, как государство решает, вступает оно в НАТО или не вступает. Да? В открытой дискуссии. Так должно быть, это надо инсталлировать. Да? Нам треба було провести в Донбасі референдум і сказати, щоб вони собі. Мы в результате года военных операций, полутора года, сейчас будем иметь, мы имеем без референдума Донбасс, который впихивают нам. Да, как бы. Дело в том, что только сейчас это выборы будут проводиться, даже не референдум, а выборы присутствия российских войск, судя по последним Парижским соглашениям, которые нам госпожа федеральный канцлер, господин Оланд навязывает. Так вот, нам сейчас нужен другой референдум. Нам нужен референдум о том, что мы отказываемся от Донбасса и от Крыма. Всей страной. Это такой, как временный политический ход на время. Так, если бы мы его проведем и сбросим... Подожди. Не-не-не, смотрите, что... Давайте рассмотрим альтернативы. Давайте рассмотрим альтернативы, смотрите. Мы же не нас... Давай сразу успокоим. Во-первых, мы не на совсем отказываемся, правильно? Это как... Не, не будет. Подождите. Можно вопрос? Да. Вы говорите отказаться от Донбасса. Да. Да, в результате следующего референдума. В чем проблема? Ну, а немцы захотели спустя 70 лет присутствия советской власти и советских войск вернуться обратно в Германию? Захотели? Захотели. Здравствуйте, ну так Германия не отказывалась от ГДР, это была просто оккупация.
Крымская, а тут есть... А там тоже оккупация. Там тоже оккупация. Тоже оккупация, но а почему Украина? Да, но у вас не было ну, такой части Германии. По одной простой... Посмотрите, давайте... Вот, что ж кричать? Вы же как бы люди из Европы. Рациональная коммуникация. Давайте выяснять, какая у нас альтернатива. Нам навязывают Парижские соглашения. В результате того, что наша власть не может провести референдум и создать систему национальной безопасности, позволяющую отвоевать Донбасс. Либо создать условия, когда войска противника уходят, и мы сами восстанавливаем там советскую власть, грубо говоря, украинскую. Поэтому мы имеем войско, которое, несмотря на все, на день украинской армии, несмотря на все радужные эти самые, не способно решить задачи наступательным путем. Мы не можем отвоевать Донбасс сейчас, физически. Наступление – очень сложный вид боевых действий. Наше экономическое состояние, состояние вооруженных сил, кадровой политики в вооруженных силах и, прочее, не позволяет сейчас проводить наступательные операции. Нам нужно 3-5 лет подготовки, как минимум, чтобы это все серьезно поставить на ноги. Теперь вопрос. Парижские соглашения нам Донбасс возвращают в формате каком? Там должны состояться выборы, включая амнистию боевиков. И эти выборы будут проводиться без центра, без ценза оседлости. То есть любой человек, приехавший из России, может получить украинский паспорт, в которых у них там бланков, и выдвигать свою кандидатуру на выборах. Упс. А теперь, смотрите, на весну планируется еще в присутствии российских войск, потому что Парижские соглашения ничего не говорят о необходимости вывода войск. А контроль границы? После выборов. В Парижских соглашениях после выборов, если вы их внимательно читали. Второй момент. Да, значит, выборы будут проведены в присутствии российских войск и спецслужб без контроля над границей. Украина что получает? Получает два пальца, засунутых в себе в рану, в кровавую, которыми очень легко вертеть ее в разные стороны. Что во внутренней политике, что во внешней. Это значит, все европейские инициативы будут заблокированы. Все внутренние инициативы будут заблокированы. И оппозиционный блок партии регионов, бывшие, и все остальное, получают к выборам, возможным весной парламентским, которые уже вовсю намечаются у нас на самом деле, 3 миллиона русскоязычных голосов. Даже не русскоязычных, а Россия-центричных голосов. Вот и все. И весь этот Майдан можно вот так вот и в урну сбрасывать, потому что и все эти смерти патриотов, потому что это обесценивается. Путин бьет наверняка идеально. У него идеальная ситуация, как в шахматах. Теперь представьте, альтернатива. Вот мы подло отказываемся от Донбасса, проводим референдум. И говорим, мы не хотим, оставайтесь сами. Любой конфликт, любая попытка стрельнуть через линию разграничения, это уже межгосударственный конфликт. Между отдельным государством Украины и отдельным государством ЛНР-ДНР. У него совсем другие последствия. Как международная, международная ответственность для тех, кто является агрессором, и совсем другая ситуация помощи для Украины. Понимаете, да? Почему Будапештский меморандум никак не может быть, это Филькина грамота, никак не может быть стать основой для того, для помощи, для этого? Потому что это трактуется как внутригосударственный конфликт. А после референдума это уже межгосударственный конфликт, и этот меморандум надо выполнять. Упс. Понимаете? И множество следствий. Никто же не говорит, что надо сбросить Донбасс. Стал бы я ездить на этот Донбасс, и ползать там на брюхе, и поддерживать патриотов, и вывозить оттуда людей, кого надо успеть вывести, и много-много чего делать, если бы я его хотел отдать. Это ход в сложной геополитической игре, сложнейший. Надо поставить их перед фактом этого референдума, как минимум. Что тогда скажет госпожа федеральный канцлер, господин Оланд? Давайте возвращайте их в Украину. Не хотим, у нас есть результаты межнационального референдума, национального, вернее. Вот вам волеизъявление украинского народа. Даже президент не может против пойти. Все, нафига нам этот ваш Донбасс? Сами его восстанавливать, если вам хочется. Или пусть Россия восстанавливает. Согласно 52-й статье Женевской конвенции, кто несет полную ответственность за оккупированные территории? Оккупант. А почему мы должны вести? Почему мы должны вести? Сейчас, чтобы Донбасс восстановить, это 20 миллиардов евро инвестиций примерно. Чтобы из него сделать. Где мы их возьмем? Это окончательно положит украинскую экономику на дно. Те 500 миллионов, которые Германия сказала выделить, так это прикурить, да, от них, да и все. Нас загоняют этими парижскими соглашениями в очень тяжелую ситуацию, следствием которой может стать потеря дополнительных территорий. Не то, что отвоевание этих, а потеря дополнительных. Например, выход их на административные границы Луганской и Донецкой области. Они сейчас не вышли еще. Например, такая была ситуация прошлым летом. Я лично знаю, что в Луганск 6 раз ходили наши войска. Могли... 6 раз да, 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 я в курсе. Почему не освобождали? Потому что... А зачем Гиркина выпускали из Краматорска и Славянска? Не знаете? Ну вот, а теперь Валера Гелетей одновременно как-то удивительным образом покупает за 23 миллиона особняк в Англии. А Гиркину что предъявили? Пропажу 23 миллионов долларов кассы, полевой кассы Славянска. Я лично считаю, что это глубоко случайное совпадение. Но оно очень такое показательное, да, понимаете? Ну что значит люди виноваты? Это война. Как вас зовут? Олечка, дело в том, что на войне приходится жертвовать людьми. Есть такая вот штука неприятная, понимаете? Вы же сами говорите, что продают.
продался этот Гелитей? Ну, может, он... Нет, Гелитей — это самый лучший полководец всех времен народов. Никуда он не продавался, просто так вот случайно совпало. И, понимаете, у меня... Ну, война — это жесткие решения. Даже в наши вегетарианские времена, когда война совсем не такая, как была Вторая мировая, это все равно очень жесткие вещи. И Украина просто должна создать условия для тех людей, кто хочет выехать оттуда, чтобы они выехали. Ну, ко мне на семинары приезжают люди из Донецка и Луганска. То есть можно выехать на самом деле. Можно. Кто хочет, может выехать. Ну, куда? В поле? Ну, как в поле. Ну, да, да. Вот не создает. Зато она создает условия, чтобы Гиви и Моторола зашли депутатами украинского парламента. Вот это она создает, да. Ну, такое государство у нас. Есть же даже вот женщина, бабушка говорит, я не могу выехать. И в некоторых нет денег. Нету, да, нету. Не знаю. Я вывозил людей туда. Выйдешь, и дальше что? Где жить, квартиру снимать, работать? Кому кто сейчас не нужен? Вот об этом-то и речь, как бы, да. Шо? Давайте вопросы задавайте. Да, российское вторжение? Значит, вероятность полномасштабного российского вторжения 0,0001%. Они не применяют против нас авиацию не потому, что мы им запретили, или злобный Запад говорит, не применяйте авиацию. Они сами себе выставили границы, в которых они могут действовать. И эти границы не предусматривают ни полномасштабного вторжения, ни этих самых. Институт МВД российский проводил исследование, что будет, если они вторгнутся в Украину и попытаются занять ее хотя бы под Днепр. Значит, по их оценкам, не менее 40 тысяч мужчин уйдут в партизаны и будут стрелять каждый день по ним. Это даже не Афганистан. Это гораздо-гораздо хуже. Они это знают, они не потянут. Советскому Союзу, чтобы освободить Советскую Украину, там, или оккупированную Украину, понадобилось создать 4 украинских фронта. У россиян, даже если они тотальную мобилизацию проведут в своей стране, им не хватит сил и войска, чтобы это все сделать. Поэтому все это бла-бла-бла. Кроме того, не забывайте, что россияне вкинули 9 миллиардов долларов за 10 лет в пропаганду своей военной мощи. А реально это пшик, пшик на ровном месте. И то, что они показывают сейчас в Сирию, это все приличные люди смеются и называют их военно-реконструкторскими войсками, потому что они демонстрируют очень, очень плохие образцы начала середины 60-х годов американской авиации во Вьетнаме. Промах на промахе, они сейчас начали перемонтировать эти видео, потому что из 50 ударов, показанных по видео, 49 промахов вообще специалисты насчитали. Практически не используется управляемое оружие, и все это такое. Вот, чтобы вы понимали, у меня отец профессиональный помощник, начальник кафедры в Академии вооруженных сил, управления огнем и зенитной артиллерии, который в очень многих войнах был и участвовал, и советником, и так далее, и так далее. Ну так вот в чем фишка, что американцы, когда работали по Югославии, они сначала бомбили стратегические предприятия. Это такой большой завод, который стоит на месте, в него легко попасть. А потом они решили повоевать с югославской армией в Косово. И налетело туда море авиации, и вот в такую погоду. И пыталось там что-то там побомбить. Но они подбили целых 3 надувных югославских танка и 1 зенитку. Все. Охотиться за техникой на поле боя, когда по тебе стреляют, это очень сложная техническая задача. Грузины, которым ПВО делали украинцы, сбили за 5 дней 9 самолетов, еще 19 повредили. В том числе стратегический бомбардировщик. А мы собьем 90 за первые 10 дней. И все, и кончится российская авиация. На ровном месте. Потому что, когда они пишут, что у них 1500 летающих самолетов, ну, как бы, можете смело им не верить. Там, если 200 взлетит. А не забывайте, Россия большая. Среднюю Азию надо прикрывать. Кавказ надо контролировать. От японцев Курильские острова надо охранять. Китайцу надо грозить. За Арктику надо воевать. Калининград надо прикрывать. И так далее, и так далее. Поэтому это все бла-бла-бла. Это ровно по Черчиллю. Вот мы год с ними провоевали, полтора года. Вот ровно по Черчиллю. Россия никогда не бывает такой слабой, как вы надеетесь. И такой сильной, как вы боитесь. Где-то посерединке. Ничего, мы их знаем как облупленных, никто их уже не боится. Поэтому, как бы, вон они под Маринкой пробовали наступать. Такое же было организовано наступление в июле. Прямо вот как вот по учебнику. Просто 120 убитых по минимуму, и на это все кончилось. Может, их просто санкции сдерживают? Но, естественно, коридор этот они поставили себе по санкциям. Но они, пятый уровень санкций будет, и на этом все кончится просто. Они сейчас будут качать внутри ситуацию. Внутри будут качать. У нас внутри. Конечно. Через ну, у них два основных рычага. Раскачка недовольства в Киеве, ну, типа третьего Майдана. А второй сценарий – это завод своих людей, амнистия и завод людей в органы власти. Сначала исполнительные на местном уровне,
потом попытка в законодательное, вернее, в законодательное, потом они же формируют исполнительную власть, переход в исполнительную, там где-то частично влияние на судебную, на силовиков и так далее, и так далее. Они же сейчас что сделают? Они объявили на Донбасс, донбасских боевиков, вот этих луганских, перетаскивают в Сирию. Там задача 5000 по Луганской области, 5000 по этому самому. Самых отморозков, да, увести, а оставить тех, кто якобы типа нормальный, с кем возможен диалог, бла-бла-бла, давай, под амнистию, давайте дружить, как бы, и все такое. Что делать? Как этот референдум проводить? Проще отпустить? Ну, это вы же поймите, когда я рассказываю про все эти референдумы, это просто декларация. Потому что, ну что, я буду объявлять референдум. Что делать? А никак. Для этого нужна политическая власть. Но поскольку украинский политический процесс носит состязательный характер... Будь-то, кто объявит референдум, сразу может... Представим себе... Состязание президента или Верховной Рады? Два органа может это самое. Да. Дело в том, что до войны, тогда можно было без всякой войны, когда там они начали только на Донбассе давать типа нам автономию, все. Можно было их просто отсоединить и все. Только с полярой. Да, можно было. Еще было деньги заработать. Куда отсоединить? Ну, если сейчас референдум будет отсоединять. Да не будет никто отсоединять. Это просто мы... Мы воображаем ходы в политической игре, не будет никакого референдума, я посмотрю. Ну, вообще никуда. Смотрите, не будет референдума, что будет? Никуда не бывает. Я думаю, что продавят так или иначе Парижские соглашения в том или ином варианте. И прицепят нам это Донбасс, и мы начнем получать, боевички начнут ездить в Киев уже в открытую, все смелее и смелее. Так-то они и так ездят. Да, и возможно, с этого начнется вот стрельба в Киеве, скажем так. Не будет полномасштабной гражданской войны. Дело в том, что сейчас скажу. Дело в том, что восстание масс, это такое, закончилось в 1945 году. Сейчас все разборки, это 100 человек между собой разбираются. Вот будет точно, как на Ближнем Востоке. Страшное восстание в Кирме, в Киеве, народно-освободительная война, а в двух кварталах мамы гуляют с колясками, как бы, и журналисты все это снимают. Поэтому как бы уже не будет такого. Да. Накал Майдана угасает постепенно. А как насчет правого сектора? Они на фронте сейчас? На фронте правого сектора 127 человек, чтобы вы понимали. На всем фронте. ДУК это очень неоднородная организация. Там люди, которые не ассоциируются с правым сектором, есть. Хотя считается, что ДУК ПС. Они между собой страшно ругаются. И Ярош неоднозначная фигура с точки зрения командиров среднего звена. И там бывает так, что два батальона соседствующих, которые друг другу фланги прикрывают, друг с другом не разговаривают. Потому что разная политика внутри батальона. Там все нет. Там все непросто. Правому сектору имя сделала путинская пропаганда. Как политическая организация. То, что там ребята смелые, отпетые и классные, это однозначно. Это сильно неоднозначная фигура, скажем так, и по политическим способностям, и по тем союзам частным, которые он позаключал с той же группой «Приват», там, и так далее, и так далее. То есть там очень многие недовольные внутри правого сектора самим Ярошем. Посмотрите, Стемпицкий же вышел из правого сектора, командующий правым сектором, войсками, ДУК. Там месяц назад, поэтому как бы... Еще был момент, когда правый сектор говорил о желании создания альтернативной армии. Альтернативного генерального штаба, да. Ну, им просто объяснили, что пацаны, возьмите себя в руки, да, как бы, да. А кто финансирует правый сектор? Да, начиная от народа, заканчивая олигархи подбрасывают, как обычно. Нет, Коломойский один из тех, кто подбрасывает. Ну, вот эти добробаты, которые сейчас вернутся с фронта, вот эти все... батальоны, да? Вот их судьба. Что значит вернуться? Ну, еще неизвестно, вернуться. Ну, да, допустим, да. Вот они то, что три дня не стреляют, это дело такое. Да, вот их судьба дальнейшая. Это будет какая-то карманная армия каждого? Да нет, не будет. Не будут терпеть никаких силовых структур, кроме тех, что есть. Кого посадят, кого разгонят. Да. По них давят, конечно. Но активистов давят, а все остальные ну просто там идут в киоск охранниками, как обычно. Кто-то пытается в депутаты. Судьба, там дальше уже не подразделение играет, а судьба каждого конкретного человека. А правый сектор как политическая сила, это реально? Или... Ну, сколько он набрал на выборах? 3%. Ну, победил, если России верить. 86%. Да, и там Ярош был сначала. На Гагарине 30% від голосів віддали на останніх виборах за правий сектор. Ну, так я лично віддавав за правий сектор. Там один раз когда сходив на вибори. Ну, ви ж поміть, побіждає... Ні-ні-ні, там
Побеждает тот, кто подсчитывает, а не тот, кто голосует. Правильно, поэтому... Да, поэтому... Есть данные, что по некоторым областям они набрали 18, 15%, 11%. Ну, реально нарисовали полтора. А, полтора? Да, полтора нарисовали. Как это посчитать? Почему Ефремов до сих пор? Потому что вот эти все люди – это часть кучмовской системы, как витамин, органическая ее часть. И сколько бы их ни отторгали, они возвращаются. И Порошенко тоже часть. Ну вот смотрите, Порошенко – создатель партии регионов. Да. Вот он что делает. Он в ночь перед выборами парламентскими, видя, что он проигрывает Народному фронту, он проиграл, да, Народный фронт больше депутатов проиграл, он заменяет то ли 38, то ли 42, я не помню, мне говорили, глав избирательных комиссий за 14 часов до выбора, начала голосования. Ну это ну, просто нарушение всего, чего только можно. И на этих участках заводятся кто? Регионалы бывшие. Почему? Потому что кто, ну, кто в таком режиме, полузаконном или там, совсем незаконном, согласится выдвигать свою кандидатуру? Только политические трупы, которым надо вернуться. И у него в БПП такое количество этих бывших. Кто киевским штабом блока «Солидарность» сейчас командует? Порошенко, Народный фронт и так далее. Там какой-то одиознейший регионал, на котором клейма негде ставить. Просто вот уже. Даже среди регионалов он считался отпетым там, и просто там непроходным и так далее. Ничего, команду тоже бегу. Вот и все. Естественный союз. Вся политическая деятельность Порошенко заводит его в союз с бывшими оппозиционерами. Ну а там же Ефремов не последний чувак. Извините, вся Луганская область, вся контрабанда. Это просто очень много денег. И как на это реагируют Запад и Америка? Они же знают. Запад сказал такую фразу. Был форум Украина-Америка 2 недели назад. Там толковые пацаны были наши. Они сказали, Леша, они говорили с очень высокопоставленными американцами. Я их расспрашивал. Сказали, мы попали с вашим Порошенко в ту же ситуацию, что Россия попала с Януковичем. Чувствуем шар. А отказаться уже не можем. Законно избранный президент. И вот как бы, ну они же все знают. Это же американцы. Что? Они знают про нас гораздо лучше, чем мы. А? Они еще не выбрали нового фаворита. Они так не работают. Англосаксонская политическая традиция – это работа с данностями. Никому рай не строится. Вот есть такая данность, мы с ней работаем. Боритесь с Россией, будем сочувствовать, даже где-то помогать. Россия вас завоюет, будем работать с Россией, которая вас завоевала, ради бога. Да. С данностями. Вот они же все как бы сильно прагматичные люди. Местные прагматичные. Вы же, наверное, вы мне можете больше рассказать, насколько прагматичные датчане, да? А Америка прагматичнее датчан, скажем так, сильно прагматично, особенно на уровне политики. Там все очень четко, данности. Вы молодцы, побороли, очистили коррупцию, все, мы приветствуем вас в дружной семье народов. Не побороли, но что делать? Значит, такие вы, да. Что с вами делать, да, будем так с вами работать. Они не могут дать нам позволить проиграть, они держат нас на плаву. Как бы, но они честно говорят, Обама невменяемый, но вот 15 месяцев ждите, пока не будет нового президента, по-другому ничего не будет. И невменяемый в каком смысле? Он очень вменяемый, но у человека он хипарь, левак. Он сформировался во времена хиппи, да. Пусть расцветают все цветы. Зачем? Не слабак. Слабак никогда не сделал бы реформу здравоохранения. Это аж полностью меняет, ломает все американское общество, всю систему сложившуюся. И никогда бы не сделал сделку с Ираном, вопреки израильскому лобби, еврейскому, и вопреки саудовскому и катарскому лобби. Да, и Куба. Он же все это сломал об колено, заставил всю Америку развернуться и всю международную политику. Он нифига не слабак, один из самых сильнейших президентов. Просто у него система ценностей другая. Не вмешиваться в дела других стран, а решайте сами. Я по-другому понимаю лидерство. Лидерство – это, прежде всего, моральное лидерство, а не бомбардировщики. Все, ничего не знаю. Поэтому, как бы вот так. Посмотрите на его речь в ООН. Он очень… Это точно не речь слабого человека. А зачем кому нужно? А кому? Нет, кому помогать? Если между нами девочками... Вы что думаете, американцы, привет? Да. Витаем. Если злые языки утверждают, что наш любимый президент 1.5-2 часа каждый день разговаривает с Путиным по телефону. Каждый божий день. Президент Обама? Нет, президент Порошенко. Порошенко. Да. И это злые языки, это не мои слова. Это вот нехорошие люди говорят так. Так вот, представьте себе на секунду. Или они говорят, да, хорошо, фабрика Порошенко в Липецке при всей одиозности выплатила в российский бюджет порядка 40 миллионов долларов, которыми нас убивают. Да? Это же на это же патроны покупают. Да? Тут в супермаркетах украинских акция «Не купуй». Там российские, но да? А бизнес президента платит российские налоги, в бюджет в налоги. Да, я ж там устаешь их встречать. Что в направлении Мариуполя, что в направлении Крыма и так далее. Не забывайте еще не это.
У нас же типа официально Украина не торгует, украинские ВПК не торгуют с Россией. Продукция идет аж бегом. Просто это делается так. Две австрийские фирмы, одна с бюджетом 6 евро, а вторая 8 уставным фондом, заключают многолетний контракт с Motor Sich на поставку вертолетных двигателей. И все. В Сирии уже опознали новейшие боеголовки, которые производят только украинские предприятия. На некоторых, не боеголовки, а головки управления. Системы управления на бомбах. Все, которые производят только украинские предприятия. И еще американцы все это видят и думают, если вы сами себе не хотите помогать, и во всю шашни выводите, зачем мы должны вам помогать за вас, я не могу понять. И так за Бог... Да, правда, я не знаю, писали, что какое-то там вооружение дали такие, и вот Фортебасова его... Не, его не просрали, это российская пропаганда пыталась сделать на этом. Этот сам бросили пустые контейнеры, а эти станции вывезли. Я на них работал, на этих станциях, так чтобы вы понимали. Да, поэтому как бы нет. Там другое дело, что американцы хотели не 6 таких станций дать, а 300. После чего к моему товарищу, который в Министерстве обороны, там полковник в управлении артвооружения, подошел генерал, начальник управления, и сказал: «О, ты видишь вот бумажку, наивные натовцы хотят нам вручить 300 этих самых. Сделай так, чтобы она год походила по кругу, эта бумажка». Вот она ходит год, 9 месяцев уже ходит по кругу. Запятая не там, не так перевод. И все. Вы же не забывайте, что 3/4 высших офицеров Украины – это, как бы так деликатно сказать, это публика, неоднозначно дружащая с Россией. Очень дружественные отношения. Ну, вот только... Однокурсники, одноклассники. Это там, да. Гуманитарную помощь Украине – что в Африке из Дании полностью оснащены госпитали, оборудованием, всем, а Украине Дания хочет помочь, но не может, потому что наше правительство не может сделать официальный запрос. Она не хочет делать официальный запрос. Зачем? Зачем? Да? Вредители как-то. Потому что Порошенко, Лукашенко, Назарбаев и Путин принадлежат к одному политическому классу. У них одни и те же заботы. Натырить, сохранить, передать по наследству и справиться с этим дурацким народом, который хочет каких-то перемен. Вот они разговаривают по 2 часа, у них заботы одни и те же. На что-то там списали 400 трупов под Дебальцево, это я вас умоляю. Мои 4 миллиарда долларов или 400 тел, так ясно, что мои 4 миллиарда долларов. Это же все понятно. Они только деньги. И вы хотите, чтобы Запад во все это лесо этим занимался, этому помогал, но им надо это все. Как бы, поэтому, да. Да, давайте. Вот советы какие-нибудь или рекомендации диаспоры? Что делать? Как делать? Делать? Какая цель этой деятельности? В отношении чего делать? Я вам скажу, что мы делаем. Изменение ситуации в Украине? Мы уже отправили 5, да? Мне говорили, очень много денег. 105 тонн гуманитарной помощи. А, 105 считаю гуманитарной помощи. Да, это все, что мы можем делать. Что? Смотрите, что... Да, я сейчас скажу. Смотрите, что я делаю. Я когда приезжаю на фронт, со мной пытаются же вести вот такие вот разговоры политические. Я их сразу пресекаю. Жесточайшим образом. Я никогда на фронте не говорю о политике. А когда мне говорят: «Алексей, вы штука знаменитый, что вы языком телепаете про политику?» Я говорю: «Так, пацаны, это я там телепаю, здесь я офицер». Никаких разговоров о политике на действующей... Это разложение армии. Военный. Мы не будем воевать за порох. Я говорю: шо, иди сюда. Военные воюют за Родину, а не за систему, не за Порошенко. Диаспора тоже воюет за Родину, а не за систему и за Порошенко. Поэтому как помогали, так и надо помогать. Вы же солдатам помогаете, понимаете? Ну, мы надеемся. А вы не представляете, как это выглядит, что такое реанимобиль. Я вам рассказываю. Вот Настя была свидетель на Мариупольском аэродроме. Я вернулся с разведвыхода, она там ждала меня. И мы радостно обнимаемся, у нас романтический момент. Ко мне подбегает знакомый врач и говорит, что... Солдат ранен на дальнем блокпосту, а тяжелое ранение 45 минут – это труп. Если тебе помощь не оказали, все. Это никаких иллюзий. А машина ушла к другому раненому на другой пост. Машина одна у всей медицины, у всей группировки Сектор М – одна медицинская машина. И это никакой не реамобиль. Это просто тупо УАЗик, который криво ездит, и там вместо коробки передач такая труба надета на обломок рычага, восстановлена, и переключается этот сам. И мы поехали на нашей машине. Потому что, ну, а как? А шо? Но врач отказывался ехать, он сказал: все, это бесполезно, не доживет. Мы туда только ехать будем 30 минут. Не доживет. Но тяжелый. Ему же сообщают, что произошло. Тяжелое ранение, 45 минут, все. Но мы поехали, на самом деле там была машина, которая развернулась, поехала туда, но солдат все равно не бежал. Все, она, как бы не доехав до аэродрома, развернулась, поехала его забирать. Это очень быстро. Когда... Надо секунду решать. Осколок 120-миллилитровой вины, это вот так вот черенок от лопаты,
который вот так вот и скручен, летит со скоростью 700 метров в секунду. Когда в человека прилетает, спасти его, это только если вот тут прямо развернута хирургическая операционная и так далее. Это как бы тяжело, это тяжело. Как правило, спасти не удается при нынешнем состоянии медицины. Хотя иногда удается. Есть, это как бы, а вот 5 реаномобилей, это я вам скажу, что на 5 секторов это уже такая помощь, что вы даже себе не представляете. Ну, 5 секторов, основных сейчас 4 было. Это фронт 500 километров, там где-то по 100 километров поделено по направлениям, это называется сектор. То есть, если ваш реанимобиль идет хотя бы в один сектор, или 5 в один сектор, это такая помощь, что вы даже представить себе не можете. Это очень много. Ну, вот, это да, это все конкретные солдаты. Понимаете? Это конкретные жизни, потому что вот блокпост, проверяем этот самый. Пошел обстрел, 2 мины разорвалось, 3 раненых. И все, и дальше кто спасет? Чем их спасать? Чем их спасать? Ничего же нету. У государства такое отношение вот, к армии ужасно. Да они нас за людей не считают. Народу, как народ. Да, ну вообще, ну я не понимаю. Ну ладно, вообще никакого отношения. Я вам расскажу, что это такое. Корчинский когда-то меня попросил подержать место в Одессе, замглавы района. Мы с ним приятельствовали тогда. А мне было интересно посмотреть на чиновничью жизнь, то изнутри. Да, я не понимал, как оно устроено, мне было понятно. Плюс лето, плюс я в Одессе же закончил военное училище, ну лето, думаю, побуду. Пока там человек вернется из-за границы и поддержит пост. И я приезжаю туда, я опаздываю Гурвицу на совещание, он был мэр, а я был замглавы Приморского района. И получается, навигатора уже не было, я на машине в Одессе не ориентируюсь, потому что я пешком ее сходил. Я понимаю, что я вот опаздываю, первый день рабочий, совещание неудобно. И я так, и вижу, что здесь ремонт дороги, я долго буду в пробке ехать, там страшная пробка, а здесь как бы кирпич, а за ним еще красный свет. Но там Думская площадь. И я, честно, становлюсь сюда, ко мне подбегает полковник милиции, который там гаишники пытались это все разрулить, и говорит, Алексей Николаевич, а что ж вы это, как животные, езжайте как люди. Я говорю, куда? Там же кирпич и красный свет. И именно вот сюда вам и надо. Давайте, я сейчас разведу, да, вперед, типа, давай. А я говорю, откуда вы меня знаете? Я говорю, знаем уже, не волнуйтесь, да. Все, уехал. И потом я пришел на пляж, честно. Я очень люблю водные мотоциклы. Нашкребал там 100 рублей какие-то себе, думаю, 5 минут покатаюсь. Подхожу, стою в очереди. Еще как советский человек в плавке засунул эти 100 гривен, знаете. И стою, жду, пока очередь подойдет, да. И в это время, и там какой-то парень это все распределяет, подбегает какой-то армянин веселый. Хозяин этого заведения. И такой подзатыльник. Она мне хлопцу, бац. И я начинаю догадываться, что я эпицентр, по-моему. Или причина этого скандала. И я говорю, а что случилось, что вы бьете человека? А он говорит, так вы ж как же, как он допустил, что сам наш, так сказать, свет ясно, солнышко стоит, и да в очереди под солнцем, не ездит до сих пор на мотоцикле. Короче, идите вперед. Он говорит, вот это, я говорю, ну вот, спасибо. Вот эти, он говорит, да, вот, я говорю, можно я? Он говорит, не-не-не, это фигом, берите мой мотоцикл, как бы, вот, он гораздо лучше. Я говорю, ну хорошо, я 5 минут покатаюсь и верну. Он говорит, какой 5 минут? Ездите сколько захотите, а потом мы новый аккумулятор поставим, будете дальше ездить, пока вечер не стоит. Но я покатался 15 минут вру, честно. Значит, он ушел. Подожди, я видел, что он ушел. Я вернулся, парню отдал 150 гривен. Еще за 50 сходил. Он говорит, я не буду брать. Я говорю, добери уже там себе в карман положишь. Потом я пошел сок пить. Та же сцена, невозможно деньги заплатить. А у меня через час встреча с бизнесменами, которые сильно зависят от моей подписи, в ресторане «Дача» в Одессе. Очень блатной ресторан. Невозможно заплатить. Это зам главы района. Не самый маленький чиновник, но далеко не самый большой. Я смотрю, у меня через 2 недели начинает отрастать пузик. Носки ботинок начинают загибаться вверх. Какая-то барсетка появилась уже с 3 телефонами вопросы решать, понимаете? И так далее. Я себя перестаю узнавать, понимаете? Затягивает. Это при том, что я же учился в очень жесткой психологической школе, плюс я разведчик бывший, не забывайте. Я приучен к каждой мысли, к каждому мельчайшему чувству, мелькнувшего внутри. У меня сразу хоп, откуда? Откуда пришла мысль, кто меня, попытка воздействия, то все 5-10. И я понимаю, что я не в состоянии этому противостоять, меня уводят в систему. Теперь представьте себе, как чувствует себя вице-премьер. Вот была масса людей, зашедших в парламент, обновился на 52%, как говорят, да, вот этот новый парламент. Теперь представьте, вот реально, что нужно в Дании, чтобы заработать 3 миллиона долларов? Сколько надо стараться? Один проект. Один серьезный проект, на который надо своим потом, умом, да, стараться доказывать и так далее. Умом там, но тем не менее, да. А теперь смотрите, они получают за один проект, который выглядит так, я один раз нажму кнопочку, 3 миллиона долларов наличные в Верховной Раде. Кто устоит? Крестьянские дети вот эти, которые кроме бутылки водки ничего не видели, папы не было, а мама медсестра в деревне, а потом он стал народным депутатом. Ну вот Вова Поросёк, живой пример. Ну, Вова, может, и не берет взятки, не будем утверждать, но в целом явление, скажу так. Поэтому люди просто не в состоянии этому противостоять. Понимаете, слишком большой соблазн. Слишком. За переход из фракции во внефракционные депутаты 25 миллионов долларов. 30. Это средние расценки.
Ну куда? То, что власть возлагает, это понятно. То, что деньги хотят наши властители, это тоже понятно. Но еще была информация о том, я помню, из Америки была информация. Это принцип, это свойство жизни, это не вопрос денег. О том, что криминалитет управляет Украиной. Ну вы читали этого хлопца, этого Бройтмана, Леня? Его интервью. Я сильно вам рекомендую. Знающие авторитетные люди в Украине мне рассказывали, что он сказал правду на 99% чисто. А теперь посмотрите, какие фамилии. И есть такой Леонид Ройтман. Он бывший киевлянин. Два брата, по-моему, или один, он не помню. Он уехал в Америку. И во времена Кучмы они сюда приезжали, исполняли заказы, там отнимали предприятия и так далее, и так далее. Индустриальный Донбасс, помню, Союз Донбасса, помните? Да, его интервью. Значит, знающие пацаны мне сказали, вернее, пацаны, серьезные дядьки сказали, что это 99% правда. Ну, теперь можете его пересмотреть, оно все есть в интернете, чтобы не повторяться. Увидите, какие фамилии, в каких сочетаниях, все фамилии, которые сейчас. Значит, чтобы вы понимали, что такое украинский спектр. Примерно 70% политических этих всех этих денег политических, отправленных на политику, по оценкам специалистов, это не моя оценка, не мои слова, но из нескольких источников я это слышал, это так или иначе деньги криминальных группировок крупнейших, аффилированных с Израилем, с Россией, с США, с Европой, с Украиной. Ну, типа вот там, как он, этот, боже, самый разыскиваемый ФБР вор в законе. Нездоровый, который на Житнем рынке на Подоле начинал. Его охраняет, он живет в Сочи, его охраняет Могилевич Сёма. Его охраняет личная охрана Путина. Вы, вот, надо понимать, в какой клаке мы имеем, с какой клакой мы имеем дело. Это все решено, перерешено давно. Все эти войны под псевдопатриотическую риторику, да, все это очень аккуратно делается, как надо, да. Да, да, ГЕПа, да, великий человек. Великий человек, да. Тоже одна, да. И как бы там мы ни возмущались, что бы ни делали, и все равно будет мэр ГЕПа. И тем не менее, но ГЕПа, он же еврей, он в отличие от многих украинцев, пришедших к власти, что он понимает, что не надо гадить там, где живешь, по крайней мере. На Харьков же любо-дорого посмотреть. Я же Харьков как языком вылезан, да. Там просто в подворотню заходишь, ну, везде асфальт, везде все чисто и так далее. Ну, не знаю, я по разным районам заезжал, у меня ровно. Да. Ну, по крайней мере, по основным магистралям так точно все красиво, да. И по сравнению с Киевом так точно выигрывает. Пока мы недалеко, да, ехали, да. Там военные разведки свои. Да. Какие-нибудь книжки. Про разведку? Да по книжкам не научишься, надо лично учиться. Кто-то должен рассказать, как читать эти книжки. Ну вот я могу вам посоветовать для развития интеллектуальной способности читать Святого Фому Аквинского. Сумма теологии, и сумма против язычников, и компедиум теологии, и все остальное. Но кто-то же должен рассказать, как это читать и что это делать. Ну вот я езжу семинарами, рассказываю. Про околовоенный опыт из интернета спрашивают. Да. Какого околовоенный опыт, откуда, служил, не служил, участвовал где-то? Я закончил Одесский институт сухопутных войск, общий войсковой факультет, и служил сначала курсовым офицером факультета войсковой специальной разведки, а потом на различных должностях Главного управления разведки Министерства обороны Украины. У меня за эту кампанию две награды ведомственные. И, ну, волонтерство можно понимать весьма широко. Я специализируюсь на Ближнем Востоке, но поскольку причинно-следственной связи того, что я там делал, до сих пор действует, я не могу про них рассказывать. Это означает подставлять других людей. Зачем? Да, зачем? Да. Следующий вопрос. Задействован ли вы сейчас в каком-то конкретном проекте? Я же отвечал. Нет, не задействован. Да. У тебя был вопрос. Это уже не актуально. Вопрос был про референдум. Вот вы сказали, что типа давайте сделаем референдум, откажемся от Донбасса, ну, типа у нас будет государственная граница, все дела, никто ее не перейдет, стрелять не будет. До этого у нас не было границы, перейдут и будут, но это межгосударственный конфликт. Да, а будет почему тогда? У нас был межгосударственный, почему не принято? Межгосударственный конфликт еще был в 2014 году. Потому что трактуется это как внутренний конфликт в Украине с большой помощью. Границу стреляли через границу. Я не знаю, почему Меркель и Оланд трактуют это именно так. Потому да. что даже если будет референдум, даже если это будет считаться, что это будет между государственный конфликт, это все равно будет, они будут дальше переходить, это не безусловно. Потому, что не решит конфликт тот, который существует сейчас. Это не решит конфликт, но сделает одну очень серьезную вещь. Исключит разговоры про гражданскую войну.
Но потом граница придвинется. Таким же образом легко, как она сейчас передвинулась, таким же образом она может передвинуться. Я не отстаиваю идею референдума. И в Копенгаген я приехал не отстаивать идею референдума. Я показываю, что ходы многочисленные и разные. Это должно все в дискуссии решаться. Понимаете? Должна быть общественная дискуссия. А у нас 1% населения, отжавший 95% национального богатства, кулуарно под ковром принимает важнейшие решения в отношении всей страны. Так не делается. Понимаете? Община Копенгагена, да, вот она что? Она решает вопросы как? Дискутивно. А у нас решается под ковёрно. 1% людей. 1265 год, Генеральные Штаты во Франции, первый созыв, да, парламента, были представлены все сословия. Хотя это была революционная идея. Зачем дворянам цеховики и крестьянство? Но они были представлены. А у нас 1% представляет все остальное. А теперь смотрите. Потом он говорит, у нас честные свободные выборы, представительская демократия. Начинается состязательный политический процесс. Средняя партия, средненькая, на коммуникацию тратит с выборами, с выборцами 20 миллионов долларов за 3 месяца. Какой состязательный? Кто может состязаться с ними, скажите? У них центральные СМИ, у них радиостанции, у них газеты, у них телевидение. Какое состязание? И гречка. Вот и вся война. Поэтому они воспроизводят эту систему бесконечно. Я не голосую, не хожу. А вот этот законопроект прошел же обеспечение партии? Они это же вопрос не решают. Это только на уставную деятельность, так называемую. А политические кампании все равно проводятся за привлекаемые средства. Государство не в состоянии такие суммы платить. Потому что... Это, конечно, шаг в деле борьбы, но неоднозначно. И есть много и плюсов, и минусов. То есть это все дискутируется. Дело в том, что нельзя просто так людей собирать. Если ты их соберешь, их надо немедленно кидать на баррикады. А на какие баррикады их кидать сейчас? Я не могу быть частью системы и сотрудничать с ней ни при каких обстоятельствах. Это бы означало разделить с ней ответственность за преступление, которое она совершает каждый день. Каждый день. В этом трагедия волонтеров и добровольцев. Они идут в систему, чтобы защитить страну. Ну, те, кто действительно хочет защитить, а не те, кто хочет место там найти. И при этом они вынуждены, они становятся соучастниками преступлений. Каждый день преступления совершаются. Вы посмотрите, средний блокпост, я вот проезжал под Артемовском и смотрю, зажуренные солдаты такие, что стоят, там такие дядьки мобилизованные, под 50 лет такие. Кажу, хлопцы, что же вам не так? Они такие с запада кажут, да вот, там, говорят, якось у нас тут командир такие бестолковые, это что такое? Та тільки от 200 тисяч гривень на добу ми отримуємо тут. І говорить, із них же ж там 185 забирають Київ, там, чи щось старше начальство. Там командир забирає 5, а нам по 1000 достається. І так це мало, навіть там спичок не купиш, як треба, там, і горілки. А я говорю, а що таке? А вони кажуть, а от сусідній блокпост, він хорошо організувався, 1,5-2 мільйона гривень в день, в сутки. Упс, да, на контрабанді. Фура 150 тысяч гривен. Фура 150 тысяч гривен. И получается, что? Что какой идиот будет от этого отказываться, скажите? Убитые волонтеры в секторе озвучивали какую цифру? 300 миллионов гривен в сутки. Ну, 16 миллионов долларов, это не так много. Это выторг двух крупных супермаркетов в сутки. А что перевозят? Все. Почему контрабанда? Потому что это перемещение грузов без этого самого. Вообще формально это не контрабанда, потому что таможни нет. Вернее, в смысле, потому что это не государственная граница. С другой стороны, там есть таможня, и есть продукты, которые ограничиваются. Это фискальные службы стоят на блокпостах, и мимо них, с их помощью это все провозится. Маленькое Приднестровье дает, по некоторым оценкам, 6 миллиардов долларов черного нала каждый год через контрабанду. Приднестровье – это 230 километров границы, из которых активные там, 120, половина. А теперь представьте 530 километров границы в зоне от... Упс. Да? Ну вот видите, значит, выгодно кому-то такое? Конечно, выгодно. Конечно, выгодно. А как оно может держаться, если оно не выгодно? Но трагедия же не в этом. Трагедия не в этом. Настоящая трагедия в другом. Что 90% народа Украины изо всех сил поддерживает эту систему. Только поэтому она и не меняется. Вот когда бабушки дойдут в 16-м году, как я полагаю, до дна, бабушки, голосующие за гречку, и поймут, что дальше так нельзя, и они захотят перемен, вот тогда начнет меняться. Потому что активисты, они могут лбом останавливать паровоз. При всем, бабушки при всем. Ну да, гречки так раздали для
При всем бабушке. Мой товарищ занимается добровольно от там, западных организаций продвижением идеи территориальных общин, вот этих, объединенных. Ездит по Николаевской, Одесской области, умоляет там людей становиться, вот, в эти, записываться в эти общины, показывает, доказывает права. Он говорит, два вопроса мне постоянно задают. Внимательно слушают и говорят. А он профессиональный юрист, он профессионально подготовленный человек, брифован, умеет объяснять. У него феноменальное терпение, он умеет работать с кем угодно. Он говорит, нас цікавят два питания. Перше питання, як би нам оце гроші отримати? А друге, а можна я так ось зробити, щоб ніякої відповідальності на нас не було? Ви спрашиваєте, почому бабушки? Бабушки при тому. При тому, що царський режим, Ніколай II, кровавий батюшка, що робив? В Петергофі картошку висаджував, показував місцевим християнам, що картошка полезна. 150 років вони не могли говорити, християнство є цю картошку. На цьому держиться вся ця система. На всіх ось цих. Ви в деревнях українських давно були? Я підвожу бабушку. Я подвожу бабушку, бабушка каже, як тобі Порошенко? Його так багато молить, ругає. А я думаю, що гарний президент. Президент має бути який? Товстий, добрий і не скорий на рішення. Щоб, не дай Бог, щоб там швидко реформи не провів ні в цьому випадку. От і все. А от у нас так, розумієте? Поэтому тут как бы, все неоднозначно. Более того, такое количество меня сопровождает, меня лично, я на личном опыте скажу, по Европе меня сопровождает такое количество звонков, чтобы не было встреч, ну, по крайней мере, так было в Германии, так было в Польше, что видно, что количество и профессиональных украинцев, зарабатывающих на этих связях, и всяких этих официоз, послов, и детей, и высокопоставленных чиновников, которые здесь учатся, молодежь. Молодежь не с Арестовичем называется. Еще бы, если он ездит здесь на Мерседесе, как бы, да, в университет, чтобы ему быть с Арестовичем. Огромное количество интересантов, желающих, чтобы система сохранилась. Огромное. Спасибо, что есть Web2 технологии, можно вот так вот записать и выложить. И что человек, у которого 1000 лайков на посту, становится национальным СМИ. 1000 лайков – это 50 тысяч показов в ленте. Это национальные СМИ, масштаб национальных СМИ. Да. Вы понимаете, если не бабушки фальсифицируют, но для того, чтобы их фальсифицировать, нужно, чтобы кто-то подписал какие-то протоколы, понимаете? То есть невозможно, 7% можно подделывать, но 70% невозможно. Вот и все. Ну, это Россия, это российские технологии, там никто не мог возразить, да? Вы на местных выборах будете голосовать? Нет, я вообще не голосую. За кого? Я же знаю, как облупленных все. За кого за них голосовать? Я голосовал один раз, за, вот, когда были выборы в парламент, принципиально. Показал, я написал, что я буду голосовать, сагитировал, сказал, идем голосовать. Все. Я еще, извиняюсь, вот говорят, молодежь не ходит на выборы, ходят бабушки за гречку. Вы тоже не будете голосовать. А что же делать там? Ждать. И не голосовать, нет такого, все козлы. Нет, я никогда не говорю идите, либо не идите. Я говорю, крайний раз, когда я по выборам читал лекцию в Киеве, я сказал, вообще надо голосовать. Просто надо голосовать политически грамотно, посвящая... То есть, что такое гражданская жизнь? Быть гражданином. Это 2-3 часа в день уделять, или в неделю, по крайней мере, своей, так сказать, квалификации как гражданина. Изучать выборное законодательство, налоговые декларации кандидатов, их биографию, бэкграунд. Этим же надо заниматься, никто же не хочет этим заниматься. Вот если так заниматься, то можно ходить голосовать. Да. Ну почему? Всегда есть альтернатива. Некоторая альтернатива есть. Есть, как, по крайней мере, выбор из двух худших, да. Худшего, менее худшего из двух худших. Как есть. А можно довести до акции гражданского неповиновения и вообще не пойти голосовать. Но тогда пойдут бабушки голосовать. И паны выбирают нам. Поэтому молодежи все-таки надо ходить голосовать. То, что я лично не хожу, так это мой личный выбор. Я же не могу его экстраполировать на всех. Да молодежь прекрасно знает, что система сдохнет в ближайшее время. Нафига ее ходить поддерживать этими выборами, скажите, пожалуйста. Она просто сдохнет и все. А может ли быть вариант медленной, тихой, или как сказать, мирной революции путем развития технологий и все прочее? Я надеюсь, что в это время уже не будут отжимать предприятия, как раньше. Идеальной ситуацией была бы для нас конвергенция. То есть, когда вот эта система под давлением обстоятельств, войны, там, да, вводила бы новых людей в себя потихоньку. И как постепенно, они тащили бы своих, постепенно накопилось бы люди, которые поменяли бы систему изнутри. Но количество, ситуация настолько запутана, и количество претензий в Украине таково, что я боюсь, что с конвергенцией нам не светит. Спасибо.